Всем привет! Ну что, этот день я предлагаю сразу начать с посева глоксинии. У меня три сорта я купила, но это еще не все, потому что я еще себе два или четыре, по-моему, два. Еще два я себе заказала. Они скоро приедут, поэтому я потом их досею. Пока что у меня только три расцветки, еще беленькая, красненькая, махровые придут. Поближе покажу, вот такие у меня расцветочки, сейчас мы их посеем. Для того, чтобы успешно у нас взошла глоксиния, нам нужен хороший грунт, он должен быть рыхлый. Вот такой вот, прям воздушный. У меня вот такой я использую для семян и черенков. Я стараюсь мелкие, именно мелкие семена выращивать, именно сеять, именно в такой грунт. Я насыпала в контейнер, в контейнере нужно сделать дренажное отверстие, слегка вот так этот грунт притрамбуем. Дальше этот грунт нам нужно увлажнить. Я сбрызгиваю его из пульверизатора. Семена у глоксинии мелкие, поэтому мы их будем сеять, не заглубляя. Семена разложили по поверхности грунта и теперь сверху еще разочек сбрызнем их водой. Не забываем подписать. И теперь накрываем контейнер крышкой и убираем в теплое, светлое место до прорастания семян.